Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов встретился с представительницами одинцовских отделений Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества глухих. За чашкой чая обсудили проблему доступной среды, работу общественного транспорта, состояние железнодорожных платформ. Особый вопрос – трудоустройство людей с инвалидностью. Глава округа поручил проработать его с муниципальными структурами и с бизнес-сообществом.